Вот и закончились мои 2 недельки с помадками, пробничками от Avon, Faberlic и Oriflame. В основном это были помадки Oriflame. Девочки, это все, что я перепробовала. Это также я перепробовала, и это кучка любимки. Это и то, что я перепробовала, но хочу добить. И вот это все, что у меня осталось. 5 штучек. Поэтому это я оставляю еще на неделю. И к этой неделе, так как мой проект называется «Закончить», я буду перепробовать добивать вот эти помадки. Также хочу закончить вот эти 3 пробничка. И, конечно же, вот мои помадки из проекта «Добить», так как это называется. Вот мне нравится очень сейчас вот на этот карандаш от фирмы Caroline наносить вот эти нюдовые помады, особенно вот эту Oriflame блескучку. Она очень шикарно выглядит. Также у меня здесь типа Max. Вот помада. Также у меня здесь от Max Factor, которую я хотела добить. Очень хочу. Также у меня здесь вот эта вот помада от Flor Mar, которая осталась, смотрите, я ее забросила из этих всех пробничков, но реально я хочу ее добить. Также у меня здесь будет помадка от Релюи, это более матовая. Хочу ей попользоваться, так как срок проходит. И еще одну помадку я нашла от Color Me, более в таком розовом цвете. То есть вот это будет мой проект на следующую неделю. Помадки добить и вот эти пробнички, которые у меня остались. Oriflame в номере 618. Девочки, она очень-очень-очень светлая. Ее практически не видно, поэтому я ее накрасила сверху на мой карандашик от Caroline в цвете нюд. И она придала ему такую блестинку. Но это реально для тех, вот, кто любит гигиенички, чтобы чуть-чуть-чуть-чуть что-то там светилось. А так ее практически не видно. Вот мы спустились от морской школы к воде. И тут вот такую штучку построили. Беседка на воде, так классно. Сейчас пойдем спустимся. Тут крыша. Давайте пойдем по мостику. Ух ты! Класс! Вот этого раньше не было. Тут водичка еще грязная, но ничего, они уже начинают очищать ее. Это, как мы называем, это речка-вонючка, парк Лахиш. Ух ты, тут беседочка. Класс! Кстати, хорошо, классно здесь отсюда вот наблюдать за птицами, которые к нам прилетают. Вон, кстати говоря, и летит пару штучек. У нас весной здесь очень-очень много птиц. Здесь поселяются перелетные птицы. Парк Лахиш. Вон там в деревьях напротив пальму. Птицы беленькие, черненькие. Класс. Ух ты, они даже часы поставили солнечные. Какая-то птица накекала на них. Но тем не менее, класс. Oriflame 943 помадка. Нашла еще одну рыженькую. Хотя в самом тюбике она выглядела не очень рыжая, более такая розоватая. А на губах она более морковная. Очень приятный морковный цвет. Девочки, я обожаю эти кремовые помады. И те, кто мне писал в комментариях, может купить пробнички. Девочки, пробнички – это очень классная вещь. Во-первых, они быстро расходуются. Если цвет не понравился, можно его выбросить или переделить кому-то другому. А если понравилось, можно купить полноразмерную помадку. И где-то вот такие вот 3 малютки, 3-4 малютки, как одна полноразмерная помадка. Я считаю, что пробнички выгодны. Девочки, как вам мой загар? Красота, правда? Ну, вообще-то это маска. От фирмы Avon Planet Spa. Большое спасибо Марише за подарок. Вот будет тестировать вот такая Treasure of the Desert с Moroccan Organ Oil. Глиняная маска 75 мл. Наносить тонким слоем на 5-10 минут. Тестирую впервые. Но и так как тонким слоем, я думаю, этого тюбика хватит на пол жизни. Девочки, прошли мои 15 дней где-то, может чуть-чуть больше. С вот этой пудрой от Essence, Camouflage, Powder and Makeup. То есть это пудра и мейкап в одном. Здесь у нас сколько у нас? 9 грамм, в оттенке 20.
Nude. Beige. И смотрите, девочки, она никуда не двигается. Реально никуда не двигается. Я постараюсь вам ставить фоточку, как она была 15 дней назад и как она сейчас. Конечно, я наношу ее кистью, иначе будет слишком плотно. Но, тем не менее, я так понимаю, она будет со мной еще очень долго. С румяшками у меня история немножко лучше. Ямка стала побольше. И, кстати говоря, вот справа видно уже ребристое дно. Вот. Также эти румяшки буду продолжать использовать по выходным. Oriflame. Помадка в номере 712. Девочки, не могла выбрать. Между 712 и 713 они настолько близки в цвете. Посмотрите, какая-то красота. Это явно помадка идет моей любимке. Посмотрите, она с одной стороны уже стерлась. Это такой нюдовый, чуть-чуть уходит в лиловый. Чуть-чуть. Хотя на фото, на видео я вижу, что это нюд-нюд. Очень приятная, кремовая, блескучая. Я в восторге. Фонтан посередине стойки. Вон стойки. Стулья поставили для желающих. Очень многие идут сюда детей. Это дети как бы купаются тут. И потом на этих стульях отдыхают с родителями. Купаются в плане балуются. Но сейчас как бы еще рано, поэтому нет желающих покупаться. Oriflame в номере 222. Девочки, реально как гигиеничка с такой с цветом. Смотрите, сколько у меня ее осталось. Наслоить ее невозможно. Это самое яркое, что есть. И вот я вижу, у меня солнечный зайчик с окна. Наконец-то у нас сегодня тепло. Приближается лето. Сегодня впервые пробую вот такую вот умывалочку от фирмы Avon Planet Spa Treasure of the Desert, да, богатство в пустыне, это как раз то, что нам надо. Также с Moroccan Organ Oil. Девочки, она такая нежная, а то, там есть такая маленькая-маленькая, как бы, да, крошечка, что-то там есть, но она из-за вот этого масла, она очень нежная, очень легко разносится по лицу, и когда вы его смываете, остается еще как бы вот такая вот маслянистая пленочка. Очень прикольная вещь. Буду тестировать дальше. Огромное спасибо Марише А за чудесный подарок. Сегодня тестирую тенюшки от фирмы Avon. Подарок от Марише А. Вот в таком номере. Название Moonlit Mau. Девочки, тени настолько приятные. Сама упаковочка очень легкая. Я хочу сказать, что здесь спонжик тоже очень, кстати говоря, рабочий. Мягенький. Я сегодня использовала номер 3 и 1. Вчера пробовала эти тени на моей маме. И я использовала номер 4 и 1. И также немножечко 2. Поэтому очень довольна этими тенями. Рубрика «Пустые банки». Закончилась у меня вот такая вот гигиеничка от фирмы Faberlic Lip Balm Eat Less. Это был бальзам для похудения в номере 4577. Девочки, я не могу сказать, что от него можно похудеть, но он очень классный и очень приятный. И за многие-многие года это первая гигиеничка, которая закончила реально до конца. Очень классная. Я просто в восторге была от этой гигиенички. Oriflame в номере 713. Опять же, помадка очень такая легкая, как гигиеничка с оттенком. Очень симпатичная. Очень похоже, вот номер 712 вчера и сегодня 713, очень между собой похожи, очень нежные, очень приятные. Это тоже одна из моих любимок. Последний пробничек от фирмы Oriflame в номере 690. Следующим, девочки, мы рассмотрим все любимки всех 34 пробничков. Ну и также до конца недели я буду теперь использовать только помады с проекта «Закончить», так как им тоже нужно уделить немножко внимания. Рубрика «Пустые банки». Закончился у меня ночной крем от фирмы Sebocalm с ретинолом. Девочки, хороший крем, приятненький. Но, честное слово, я не знаю, почему он стоит такие сумасшедшие деньги. То есть этот крем стоит больше 100 шекелей. За сколько тут грамм, кстати говоря? За 50 миллилитров. Продолжаю тестить тенюшки от фирмы Avon.
Подарок от Мариши А. Сегодня я использовала номер 4 и 1, а также карандашик от фирмы Avon в названии Smoky Diamond. На губах любимый тандем с карандашиком от фирмы Caroline Anise. И сверху такая вот блескучка от фирмы Oriflame. К сожалению, конкретно этот номер прекратили выпускать. И он у меня есть только в пробничке. Поэтому тут вот то, что осталось в колпачке, вот тут чуть-чуть, это все, что осталось. Еще немножко пустых баночек. Закончился у меня вот такой вот крем. Бархатные ручки, смягчающий. Это был в номере 5. Девочки, это самый жирный из всех. Потому что там есть 1, 2, 3, 4, 5. У меня есть все от двойки. И, честно говоря, я никогда в жизни не думала, что я буду использовать такой жирный крем. Но у нас была настолько холодная зима, как вы видите, и духи теплые пошли, согревающие, и крем такой жирный ушел на ура. Просто обалденная вещь. Спасибо дяде за то, что он привез нам такой классный кремик. Буду сегодня использовать вот такую вот масочку от фирмы It's Skin Green Tea Watery Mask Sheet. Огромное спасибо Тати за возможность выиграть у нее такой шикарный приз. Девочки, эту фирму буду пробовать в первый раз. Вот тут написано на очищенное лицо, протереть тоником, нанести на 20 минут и потом снять. Короче, буду пробовать впервые и фирму, и маску такую. И спасибо огромное Лене за то, что она мне все время напоминает, что надо сделать масочку. Вот так эта масочка выглядит на мне. Девочки, очень приятный материал. Я не знаю, что это. У меня еще маски вот с такого материала не было. Очень нежная, очень приятная. Вот такая масочка. It's Skin. Будем держать 20 минут. И уже завтра я вам расскажу эффект. Очень хорошо, кстати говоря, такое большое. Да, лекало. Большое закрывает весь лоб. И тут очень хорошо прилегает. И тут брови захватывает. Когда другие маски намного меньше. И тут рот вот практически только влез, скажем так. То есть очень хорошая масочка. Для особо любопытных это все, что осталось с маски. Девочки, здесь, наверное, будет всего на один раз. Потому что в других масках намного больше. Но я хочу сказать, что здесь тоже жидкость такая более как гелевая текстура. И также продолжаем проект закончить с помадкой от Avon Blushing Beauty. Девочки, она не заканчивается. Кажется, там вот совсем, смотрите, чуть-чуть осталось, да? А заканчиваться она не хочет. Она очень хорошо как бы такая держится. Наверное, там много воска. То есть это не тающая текстура. И очень симпатичный цвет. Сегодня я опять вернулась к палетке от Essence Magical Forest. Огромное спасибо Лере Forever Addict за подарок. И смотрите, вот какие чудесные цвета. Они более выглядят такими более блескучими в самой палетке, но на глазах они немного поспокойнее. Ну, а я решила сегодня опять использовать помадку от фирмы Avon в названии Blushing Beauty. Девочки, мне нравится очень и как оттенок, и как она носится, и как она держится на губах. Очень классненько. Вот у меня уже буквально осталось ее тут чуть-чуть. Но я думаю, еще на раза два мне хватит отсюда, и потом начну ее выковыривать. Очень классный цвет. Рубрика «Пустые банки». Девочки, вы знаете такую вещь, когда вот продукты не заканчиваются, а потом бац, в один день и заканчивается все сразу. Вот так вот получилось и у нас. Шампунь от фирмы Hawaii. Это против перхоти. Он такого красненького цвета. Вот немножечко видно тут остался. Очень приятного запаха. Классная вещь. Еще один шампунь от фирмы Pinook. Это с гранатом, хотя он сам по себе белого цвета. Это для того, чтобы волосы были более, как говорится, упругими и сильными. Кстати говоря, в той банке было 700 мл, а в этой тоже. Хотя, смотрите, какая она выглядит намного больше, чем та. И закончился шампунь от фирмы Yves Rocher. Вот так вот он выглядит. Девочки, это самый первый продукт, которым я закончилась от фирмы Yves Rocher. И тут всего 300 мл. Но он закончился очень быстро. Как по мне, это шампунь, которым можно мыть голову ежедневно. То есть на больше, чем один день, его не хватает. Когда шампунь это Hawaii Pinook, можно на 2, а то и 3 дня волосы выглядят нормально. А это такой обычный ежедневный шампунчик.
А также у меня закончился вот такое вот мыло от фирмы Body Shop под названием Cactus Flower, то есть цветок кактуса. Это немножко добавила водички, чтобы вымыть бутылку. Приятный такой, я не знаю, девочки, насколько оно реально пахнет кактусом, потому что когда у нас цветут кактусы, особого запаха как бы не замечаешь. Но сам по себе, само по себе мыльце было такое приятное, желтенького цвета.